Всем привет! Вы на канале Крипто Даша, а это значит, что будет новый обзор на новый проект. Проект называется Baby Sheep Zilla. Но сначала напомню, что на своем канале я никогда никого не призываю инвестировать. Я только знакомлю вас с проектом, поэтому куда вложить свои деньги, вы решаете только сами. Итак, Baby Sheep Zilla – это токен в умной цепочке Binance. Его уже держат 317 человек и проведено 4745 сделок. Контракт токена подтвержден на Binance Smart Chain Scan. Рыночная капитализация Baby Sheep Zilla составляет 53 тысячи долларов. Текущая ликвидность Baby Sheep Zilla составляет 17,7 BNB. И это просто убийца Shiba Inu. А рыночная капитализация Shiba Inu составляет 32 миллиарда долларов. У проекта 5 дней назад был запущен Stealth. Также пул ликвидности у них заблокирован на 30 дней. Также проект имеет просто огромный маркетинговый план. И они продолжают свой путь к вершине на Binance Smart Chain со своим большим, огромным маркетинговым планом. Поэтому, возможно, токен даже может сделать 1000, а то и 10 тысяч иксов. Купить их токен можно на PancakeSwap, также график токена есть на сервисе PopCoin. Обменять токен несложно, просто подключаем свой кошелек MetaMask, копируем адрес токена, вставляем ссылку и обмениваем BNB на токен Baby Sheep Zilla. Также проект дает следующие преимущества и функции. У них есть 5% награды в токенах SHIB, то есть все держатели зарабатывают 5% вознаграждений токена SHIB с каждой транзакции. Также функция выкуп китов. Чтобы цена оставалась более стабильной, у них есть выкуп кита, то есть 2% идет к выкупу. Также у них сообщество, отличное и активное сообщество держателей в Твиттере и Телеграм. И также маркетинг. Здесь налог на маркетинг идет 4%. Опять напомню, у проекта активное сообщество в Твиттере и Телеграм. И присоединившись, всегда можно быть в курсе всех новостей и следить за обновлениями. Поэтому вся информация есть в описании под видео. На этом мой обзор подошел к концу. Всем спасибо за просмотр. Подписывайся на мой канал и увидимся уже в следующем видео. Всем пока!